Слушай, друг, не знаешь, где Калтыгина можно найти? А как, знаю. Пойдешь туда, там повернешь налево, а дальше спросишь. А, спасибо. Пожалуйста. Прошлого тени кружатся вокруг, твердят нам о жертвах напрасных. Судьбу дичной тьмы житейской обыденной прозы забыть до сих пор мы не можем войны. И льются горючие слезы. Плачет отец, и плачет жена молодая, и плачет за Русь, как один человек. Падет свой рог судьбы проклиная. Раньше плакать надо было, когда мать сдавал. Она ведь 5 лет назад умерла, а писать я и не мог. И отцу тоже не мог. Я ведь сам их раскулачивал. Сознательный был агитатор. Потом я в письмах поклоны бил всем родственникам. Узнать хотел, где они. Вот и узнал. А слезы текут, как волны далекого моря, и сердце терзает тоска и печаль, и бездна великого горя. Ну что ж ты? Что ты, Бобриков, и этой песни не знаешь? Эх ты, кулема городская. Все. Лишаю звания. Больше пить не будешь. Чего ж ты, Григорий Иванович, добро зря переводишь-то, а? Филатов! Живой, здоровый! Гуляете? Ух ты! Прифронтили-то тебя как? За какие такие грехи? За карту, которую вы в глаза не видали. А ты? Ты же сам показания давал, что карты никакой не было. Я? Ты. Нам следователь твое признание показывал. Карту выдумал, прошу простить. Врешь. Чего? Кто врет-то? Вы хоть в разных палатах лежали, сразу сообразили. Если в показаниях будет разнобой, всем хана. Погоди. А ты? Да, а то вы почерка моего не знаете. Лень, нам дырки только заштопали, сразу на допрос. Боль. Хоть на стену лезь. А не признание твое под нос тычут. Все как в тумане, в бреду. Я... Почерк вроде твой. Ну, мы думаем, значит, тебе еще хуже, чем нам. И это как сигнал, мол, тоже подписывать. Суки, а? Прости. Ты чего, мне не веришь? Верю.
Так значит, ты не в отпуске был, да, как они нам сказали? Все ясно. А пошли они все нахрен, а? Пойдем лучше выпьем за то, что выжили. И помянем заодно. Кого? Да тут у Калтыгина мать умерла. Неделю пьет, не просыхает. Все пьет и пьет. Пойдем. Григорий Иванович. Филатов. А у меня Филатов. Ничего не выходит. Разучился. На-ка. Играй, Филатов, играй. Вот эту. Героев тела давно уже в могилах истлели, а мы им последний не отдали долг и вечную память не спели. Самогон пошел искать. Жалко Григория Ивановича. Я все слышал. Как же он с этим?